Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Ссылочку на товар вы сможете найти в описании к видео, так что переходите, заказывайте. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут стало известно, что Elephone P20 пополнит ряды бездрамочных смартфонов. Китайская компания Elephone поделилась первыми подробностями о новом смартфоне P20. Ключевой особенностью данного аппарата станет отсутствие боковых рамок вокруг дисплея, благодаря чему картинка располагается от края до края. Усиливает этот эффект и защитное 2,5D стекло с закругленными по всему периметру краями. Но это далеко не единственная фишка смартфона. В нем будет сканер отпечатка пальцев на задней стороне и универсальный разъем USB Type-C. Еще одной необычной деталью Elephone P20 должна стать кнопка-переключатель для быстрого изменения профиля уведомлений. Особого внимания в Elephone P20 заслуживает камера. Помимо интересного оформления с двумя вспышками по бокам, производитель обещает действительно флагманские характеристики. 12-мегапиксельный сенсор со значением апертуры f1.7 позволит получать качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения. На сегодняшний день такими характеристиками могут похвастаться только флагманские смартфоны компании Samsung. Также Elephone P20 должен порадовать пользователей, ценящих качественный звук. В аппарате будут установлены динамики с профессиональными звуковыми HD-эффектами от производителя полупроводников NXP, основанного компанией Philips. Elephone P20 получил следующие технические характеристики. 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P20 с тактовой частотой 2,3 ГГц, графический ускоритель Mali-T 880 с частотой 800 МГц, 6 ГБ оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, 12-мегапиксельная камера с апертурой f1.7, 8-мегапиксельная фронтальная камера и 3,5-миллиметровый разъем для наушников, USB Type-C и Quick Charge 3.0. Так, NFC модуль у него также имеется, поддержка OTG, сканер отпечатка пальцев, кнопка для переключения профиля и уведомлений, поддержка 4G LTE. Про стоимость телефона известно, что он будет стоить $248. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.